благодатные земли и климат Казахстана. Сама природа создала здесь благоприятные условия для животноводства. Новую породу крупного рогатого скота, казахская белоголовая, вывел Балкашинский племенной совхоз. За стадом зорко следит один из лучших гуртоправов, Нурсеид Жувасов. Все поголовье совхоза находится на лагерном содержании. Бычки казахской белоголовой прибавляют в весе более 800 граммов в сутки. Коровы новой породы славятся высокими удоями молока. Племсовхоз готовится к всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Первый экспонат. Сопровождает экспонаты в Москву на сельскохозяйственную выставку скотница Сабира Карымсакова. Thank you.